Аня, кресло уже урчит от удовольствия, хватит его поглаживать. Час простое, ничего так еще и не сняли. Ой, а что, нужно что-то рассказывать? Хватит задавать вопросы, надо нам пилить видосы. Простите, не могу оторваться. И вы тоже не сможете. Если раньше ваши дети или, может быть, вы ложились спать в обнимку с мягкой игрушкой, то теперь вы захотите спать в обнимку только с этим креслом. Мягкая, но плотная и плюшевая нежная текстура напоминает лепестки сакуры. Трендовый стеганый дизайн и полное отсутствие пальчикового эффекта, износостойкий и антивандальный материал. Теперь вашему креслу не страшны ни острые предметы, ни когти домашних животных. Микрофлок стойкий к потере ворса и стиранию и отталкивает влагу. Пышный и плотный ворс дополнен флисовой подложкой. Выглядит объемно, стильно и дорого. Не требует особого ухода. Его легко чистить, да и сам по себе материал пыли и грязи отталкивающий. Пульт управления прячется в специальный карман и не будет мешать. При желании можно дополнить комплект подушкой для сидения и карманом для телефона, планшета, книги или журнала. Массажные механизмы в кресле Сакура от японской компании Fujima. В области шеи 4 ролика с возможностью регулировки высоты и фиксации в нужной точке. В спинке кресла установлено 6 роликов. Они задействуют всю область от плеч до поясницы. Несколько режимов массажа – шиатсу, раскатывающий, перкуссионный и вибрационный. Также вы можете регулировать интенсивность, силу нажатия и фиксировать разминание в нужной точке. Массажные ролики имитируют прикосновение человеческих рук, снимают напряжение, стресс и улучшают циркуляцию крови. В зависимости от ваших требований и предпочтений вы можете устанавливать различные режимы. Например, постукивающий и вибрационный массаж придаст сил и подбодрит в начале или середине рабочего дня, а раскатывающий, разминающий массаж и функция подогрева успокоят и подготовят вас ко сну. Массажное кресло из прочного деревянного каркаса выдерживает нагрузку до 160 кг и имеет расширенное сиденье, поэтому в нем будет комфортно находиться даже вдвоем. Пиу! Это традиционное кресло-качалка. Оно легко и плавно раскачивается на твердых и ровных поверхностях, имеет широкую амплитуду движения и удобную подножку. Такой механизм будет хорошо работать на ламинате, паркете или линолеуме. Модель представлена в 21 цветовом решении. Также к заказу доступно кресло Sakura Plus. В нем установлен другой вид раскачивающего механизма – маятниковый. Ссылку на обзор Sakura Plus найдете в описании к этому видео. Звоните по телефону, который вы видите на экране. Менеджеры компании RelaxoStar ответят на все вопросы и запишут вас на бесплатный тест-драйв кресла. А другие видеообзоры смотрите на нашем YouTube-канале. Пока! Спасибо вам за просмотр. Присылайте ваши письма. До новых встреч, друзья!